Тельняшки, голубые береты и суровый взгляд. День ВДВ не перепутаешь ни с одним другим праздником. В Алтайском крае десантные войска в особом почете. Даже свой сквер имеют, где как раз и проходила церемония возложения цветов героям. Мой папа, Прозоров Андрей Иванович, хирург, проходил службу в Республике Афганистан с 84 по 86 год. Награжден медалью за боевые заслуги. Поэтому, наверное, мой выбор и пал на этот род войск. Далее митингующие переместились к боевой машине десантников на площади ветеранов. Эта площадь тоже значимое место, поскольку на ней установлен музей военной истории. После ремонта туда хотят добавить выставку СВО. Нигде в России нет такого, чтобы был дом, музей, офис и вечный огонь, и мемориальные доски. Вы знаете, это так меня задело, что действительно у нас самое лучшее. Далее ВДВшники отправились на аллею десантников. Она появилась в Барнауле 5 лет назад и была первым подобным проектом в России. Вообще, такое внимание к этому роду войск в Алтайском крае очень большое, особенно в Бийске. Ветеранская тема афганская, оно началось с Алтайского края. И Ассоциация патриотов России также объединила все ветеранские моторные организации, спортсменов и запустила такой проект, объединяющий всех. Вообще, эта аллея посвящена подвигу бойцов 6-й роты, которая в 2000 году остановила превосходящие силы чеченских боевиков в Аргунском ущелье и отстояла высоту 776. Был среди героев и уроженец Бийска Сергей Медведев. Отдали честь героям минуты молчания и песней, посвященной подвигу. 84 не дождались семьи сынов. 84 Сейчас воздушно-десантные войска все еще остаются элитой, даже на СВО. Однако времена изменились, и в зоне спецоперации голубых беретов готовят еще жестче. Притом не только физически. А вот что конкретно вы от дронов учитесь делать? Это быть более скрытным, как бы не нарушать приказы. То есть это разведение костров, это курить тоже строго, чтобы не было ни дыма, не было ни каких-то световых излучений. Напомним, в этом году воздушно-десантным войскам исполняется 94 года. 2 августа 1930-го на учениях под Воронежем первые 12 десантников спрыгнули с самолета, после чего военные теоретики увидели, насколько быстро подразделение может охватить противника по воздуху. Так и появились элитные войска. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.